Привет, друзья! Если вы не хотите, чтобы Сэхер держалась подальше от Ямана, а также если вы хотите, чтобы Чичик и Зия поженились, давайте нажмем лайк и посмотрим наш номер. Будут ли Яман и Сэхер снова вместе? Забеременеет ли Сэхер? Какой приятный сюрприз в нашей серии! Будут ли раскрыты злодеяния Волкана? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. В новом эпизоде сериала «Доверенные» Сэхер пытается убежать от Ямана. Но Яман продолжает бороться, несмотря на это. Потому что Яман любит Сэхер больше жизни. Поэтому в конце концов усилия Ямана дадут результат. И Сэхер будет помнить Ямана. Если Сэхер не вспомнит Ямана, Сэхер даст Яману еще один шанс. Таким образом, в конце концов, произойдет сближение Сэхер и Ямана. Когда Сэхер и Яман сблизятся, произойдет великое чудо. Потому что после этого сближения Сэхер беременеет. При Сэхер будут повторяющиеся головокружения и тошнота. На самом деле Сэхер надолго потеряет сознание. Позже Яман отвезет Сэхер в больницу. Она узнает, что беременна после того, как сдаст анализы. Сэхер будет очень рад услышать эту радостную новость. Сэхер скажет Яману, что беременна. Яман будет очень счастлив стать отцом. С появлением крымской малышки во всей семье начнутся дни радости. Яман преодолеет все свои проблемы благодаря своему ребенку. У Сэхер также появятся новые надежды на жизнь для ее ребенка. Зия сделала подарок Чичику в последней серии. Но Чичик ушла в слезах, когда увидела подарок. Скорее всего, бывший муж Чичик плохо к ней относился. Чичик тоже вспомнил те дни, и ему стало очень грустно. Но Зия поддержит Чичик и никогда не оставит ее одну. Благодаря поддержке Зии Чичик преодолевает эту проблему. Затем для Зии и Чичик начинаются счастливые дни. Волкан продолжает все свои злодеяния. Потому что Волкан думает, что сможет заполучить Дуйгу, сделав это. Но Дуйгу любит Али. А Дуйгу никому не дает шанса, кроме Али. Вот почему Волкан никогда не сможет получить Дуйгу. Также благодаря Али стало понятно, что Есимин невиновна. Таким образом Есимин освобождается. Дуйгу очень рад освобождению Есимин. Но Есимин какое-то время держится подальше от своей семьи. Конечно, Али это понимает и поддерживает Дуйгу. Благодаря поддержке Али Есимин усыновляет свою семью. Когда Дуйгу видит это, она дает Али шанс. В этом процессе раскрывается истинное лицо Волкана. С осознанием настоящего лица Волкана он полностью покидает сериал. Как вы думаете, даст ли Сэхер шанс Яману? Я буду ждать ваших комментариев ниже. Итак, мы подошли к концу этого раздела, друзья, чтобы увидеть больше видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки, включать уведомления и оставлять свои комментарии. Берегите себя и увидимся снова.